Здравствуйте, с вами снова Александр. И все мы знаем, что уже лето на носу, да и уже многие люди начинают уезжать в отпуска, планируют, по крайней мере, уже когда поедут. И сейчас начинается у всех суета. Колясочка в отпуск на море. Вот что выбрать? И у Африки для этого, для этих родителей есть очень хорошее предложение. Это коляска 2018 года, называется Lexuna Air. В двух словах сразу технические характеристики. Она вообще весит всего 4,6 килограмма. Она действительно очень легкая. И ее можно использовать с рождения до 15 килограмм. Это ориентировочно 3 года ребенку. Вот ее технические характеристики при покупке имейте в виду. Ну и естественно Африка. Если уже смотрите этот обзор, наверняка уже слышали об этом бренде и видели другие мои обзоры. И понимаете, что это вообще за бренд. Это уникальный бренд с очень интересной конструкцией, с очень качественными материалами. Вот. И это одна из новых моделей. Это 2018 год, повторюсь. Давайте я сейчас пробежимся по ней, посмотрим, что она из себя представляет. И в итоге я вам скажу свое мнение. Насчет ручки. Ручка здесь у нас высота, вот смотрите, у меня 186 сантиметров рост, имейте это в виду, вот как у меня ручка. Мне большинство ручек подходят, но некоторым людям может быть плюс-минус неудобно, поэтому вот смотрите, как будет приблизительно вам с вашим ростом. Ручка здесь с мягким материалом, такой типа губки плотной резинки. И хват достаточно удобный, но единственное, тонковата ручка. Но она облегченная, тут понятно почему. Козырек. Смотрите, козырек здесь я считаю вполне себе достаточным. Он в принципе идет до бампера, ножки естественно он не закроет. Что мне нравится, у козырька тихий механизм. Он громко не щелкает и ребенка не разбудит. Сверху есть окошечко, в которое вы можете заглянуть, посмотреть, как там ребеночек. И оно с москитной сеточкой. Что касается материалов. У Африки в любой модели материалы хорошие, качественные, причем очень качественные материалы. Поэтому тут вот много о них не стоит рассказывать, они действительно классные. Коляска в первую очередь для теплого времени года, и ткани у всех моделей, в том числе и в этой, для лета подходят как нельзя лучше. Они очень помогают ребенку особо в нем не преть, не потеть. Для этого же, кстати, здесь и установлен фольгированный экран, чтобы отражать тепло, например, с того же горячего асфальта. В общем, идеально подходит для отпуска коляска. Так, давайте продолжим немножечко про ручку. У Африк своя фишечка в этом. Ну, не только у Африк, многих компаний. Ну, и, по-моему, Африка это вообще первое придумали. Ручка у нас перекидывается. Коляска с рождения, поэтому маленькому ребенку ездить только так. Обратили внимание, да, уже, наверное, я ручку перекинул. Колеса тоже поменялись местами. Поворотные стали задние и передние заблокировались. И спокойно себе гуляем. Не надо. Перекинули обратно. Смотрите на колеса. Оп, оп, все. Все в обратную сторону поменялось. Так, давайте теперь посмотрим, как у нас регулируется спинка по наклону. Здесь все классически. Нужно потянуть за тросики. И спинка у нас поднимается. Единственное, вот у Африки, вообще в целом, в большинстве моделей, у них очень сильно завалена спинка назад. Вот я думаю, вам сейчас хорошо видно, как она завалена. Не знаю, почему они так делают, но в большинстве моделей вот спинка чуть больше, чем мне хотелось бы, наверное, завалена назад. Ну, видимо, солнце, пляж, отдыхать надо. Вот. Может, поэтому... Так, что касается безопасности, здесь все стандартно. Здесь пятиточные ремни. На ремнях, кроме паховой зоны, нет нигде накладок мягких. Но ремни на самом деле какие-то очень мягенькие, приятные. Я думаю, не будут они напрягать ребенка. Ну и, естественно, бампер. Бампер, он здесь травмобезопасный. Откинули как калиточку, посадили все ровненько. Так, что касается подножки. Ее нет. Вообще, здесь просто вот такой материал мягкий, чтобы ножки не передавливало и было комфортно, и все.
Посмотрите, пожалуйста, на багажник. Коляска всего 4,6 килограмма. Соответственно, казалось бы, ну, не должно быть там как такового багажника. Он здесь есть и достаточно большой, я считаю. У него со всех сторон очень удобный доступ. И огромный плюс за это этой колясочки. Так, производитель заявляет, что именно в этой модели рама доработана, и она сейчас лучше поглощает вибрации. По ощущениям, что вот я как это почувствовал, когда ее начинаешь поднадавливать, чувствуется, как вот она стала что ли мягче в других моделях. Может быть, мне кажется, из-за того, что так заявляет производитель, но вот я поймался на мысли, что по ощущениям она немножечко помягче. Амортизация уже не такая упругая, как была раньше, она вот прям мягенькая. И, ну, естественно, амортизация на всех колесах, тормоз на всех колесах, это все, конечно же, есть. Вот, теперь давайте посмотрим, как складывается колясочка. Лаприк это все всегда прекрасно делается. Вот смотрите, раз, и она у вас стоит. Надо, покатили как чемодан. В общем, транспортировать ее, путешествовать с ней — одно удовольствие. Даже вот надели как сумочку. Конечно, она не похожа на нее, но все же удобно перенести там через лестницу еще что-то. Даже хрупкая мама не напряжется особо. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Подытожу. Вообще, в целом, к Каприке очень хорошо отношусь. Мне нравится этот бренд. Кому-то кажется, они хлипковатыми, еще что-то. Но если посмотреть на всю эту вот систему, скажем так, торговли, у них практически нет гарантийных обращений. Они действительно очень надежные коляски. Чтобы они там ломались у кого-то, такого не происходит. Это хорошие, надежные колясочки при, казалось бы, ощущении, что она вот такая хлипкая. Все надежно и нормально всегда ездит. Вот. По цене и качеству моделька, кстати, очень даже удачная. Я вниз добавлю описание, в описании ссылочку. Пройдите, посмотрите. Я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. И, в принципе, очень даже годная колясочка для путешествий. Меньше 5 килограмм. С рождения. Прекрасные ткани. Еще улучшили амортизацию. А я лично во главу угла всегда ставлю комфорт ребенка. Поэтому здесь вот все-все отлично. Поэтому рекомендую, как вариант, на нее обратить внимание. На мой взгляд, бодренький вариант получился. Вот. И, в принципе, это все. И если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Это очень помогает мне делать для вас новые обзоры. И большое спасибо первой коляске за то, что предоставили на обзор Luxuno Air. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. Всего доброго. До свидания.